Очередной рейд провели сотрудники регионального управления ГИБДД. Направлен он был на выявление водителей, припарковавших автомобили в неположенных местах. В ходе рейда эвакуировали несколько машин, оставленных возле перинатального центра. Как отмечают дорожные полицейские, автолюбители нарушают правила, несмотря на то, что парковочная площадка находится буквально в 10 метрах от здания. Участились случаи, когда водители допускают наезд на пешехода, где установлены дорожные знаки «Остановка, стоянка запрещена» и находится пешеходный переход. Пешеходы начинают переходить дорогу, из-за припаркованных автомобилей, соответственно, пешехода не видно, поэтому водители допускают на них наезд. Автомобили в таком случае увозятся эвакуатором, водителям грозит штраф в размере 1500 рублей.